Короче, я, Саша Ключ, хочу вам рассказать одну историю. Кровавую. Это были багровые реки в натуре. Мне одна девушка, ну, моя сожительница, хотела меня подстричь. А потом она разозлилась и хотела мне отрезать ухо. И вот так вот, раз, ножницы мне с этой стороны. А там есть ушная артерия. И кровища потекла. Я все залил. Я диван теперь все, я на нем не сплю. Потому что он весь пропитан кровью. Я потерял почти 3 литра крови. Под утро только я очухался, вызвал скорую. Меня прямо в трусах увезли. И главное, такие говорят. Я говорю, да дайте хоть штаны одеть. Да давай так. Я прям в носочках, в трусах в скорую побежал. Привозят в операционную. О, говорят, тебе повезло, еще часок и все, истек бы кровью окончательно. А сожительница наказал хоть? Нет, я ее пожалел. Потому что я ее любил. Любил. Сейчас не люблю. После этого. Эта сожительница, у нее 7 ходок. Ей похрену, она пойдет и на 8-ю, и на 9-ю, и за убийство, и за всю хуйню. Ей все равно, где находиться. Вот мы любим комфорт, тепло, телек посмотреть, а ей до пизды. Ну, значит, вот такая вот у тебя несчастливая история любви. Кровавая история.